Меры заповещания оперативной эффективности. Планировались мы по бизнес-плану 5,3 миллиарда динаров. В первом квартале вечером мы остварили преко 1 миллиарда ток-эффекта. Динамика е доста позитивна. 8 тога очекуюсь около 500 миллиона эффекта от спреченной штеты. У прошлой годины под сетем остварились мы около 9 миллиардов, мислим, да? Около 9 миллиардов ток нашего эффекта. Наравно, та эффект очекуюся, он та эффект, че пасти за наряды 2-3 годины. И сад у бизнес-плана мы планировали нечто мани, него что остварили прошлые годины. Зато с этой радимо с побольшанием наших ток-система повечания эффективности, кое под нас зови ОМС-систем, ОМС-эталон, и сад мы негде близу той праксы, кое имею светские нафтные компании. То это и слайд за ОМС, то есть пустое 12 элемента, главное отовых лидерства и культура, управление эффективностью и ставного совершавания. И на основу ток-система, у коим сад дефинисали 12 элемента, надамся, да, чему остварите и более результат, нега, что предвидели у бизнес-плану 2017 года.